Как колдун отсылает порчу? Порча – это просто негативная программа. Вот сказал вам человек, написал. Порчу можно снять, если вы подлечите свою ауру. Как ее подлечить, вы также можете увидеть на моем канале, уже видео такое есть. Мы разбираем ментальные способы и как подлечиться от природы. На самом деле это не так сложно, как вам кажется, но требует времени. Подлечите свою ауру, и порча может уйти. Порча – это ваше негативное, скажем так, восприятие, то, что вам сказали, и вы поверили. От проклятия так просто не избавишься, да? Проклятие – это наказание за ваши поступки нехорошие, за обман, когда вы обидели человека. Ну, это определенный способ обиды и обмана, который повлек за собой вред. Вред здоровью и внутреннему состоянию другого человека. Серьезные такие поступки. И тогда берутся высшие силы за осуществление проклятия.